с 9 апреля. И чё? А ты чё не сказал, что тут у вас сапоги? 2018 года. Вот мы подъехали в Бельмесёво. И как я выйду, а? Ты чё ничего не сказал-то? Да я откуда знаю. Вот мы привезли Василия сюда, обратно домой. Тут грязь, конечно. Вряд ли сейчас ты пройдешь спокойно. А! Ну чё это? Я никак не выйду, у меня ботиночки легкие. Да я понял. Ну все, на вещи-то она. Вещи он забирай и все. Через заднюю дверь. Вот это. Вот. Брат, не там. Там мы не откроем. Вот здесь забирай. Может отсюда ему? Отсюда забирай. Вот стой, вытаскивай. Денег сколько? Сейчас скажу. О! Вот уже вовсю все. Растаяло почти. Вот снег. Вот его домик. Вот. Тут даже вон камушки есть. Спаси Христу. Тут не откроешь, вот отсюда забирай. Мне что-нибудь дашь потом? Вот, бери. Вот эту первую верхнюю бери, что ты за... Да верхнюю возьми, потом верхнюю. Белую возьми сверху, да. Давай мне вербочки. Держу. Угу. Держу. Это не бери. Бери свою, ну бери вот белый твой. Что ты? Белый, внизу белый. Это выскочило, мелкое. Да ты чё? Ёлки-палки, как я не заметил. Володя, это, по снегу ее вот так вот подергай. Ладно, сейчас. Ну так. Поставь куда-нибудь пока, на снег поставь. На снег поставь. Я ее поймаю потом, сейчас. Она не должна же никуда убежать-то. Да она никуда не убежит, но ей надо лапу помыть. Я помою ее, сейчас она застынет. Алло? Да. От кого? Все. Какая тут грязь оказывается. Да, весна. Что не делаешь? Ну вот, брат, твое скромное жилище. Нет, надо это, сперва все эти забрать вещи. Потом уже. Так надо открыть его, складываться некуда. Там много, что ли? Батька тут уже мочится. Сегодня везде метить надо обязательно. Виноград, наверное, замерз. Морозы были. Вот она как раз по снегу пошла. По снегу. Иди ко мне. Куда пошла-то? Иди ко мне. О, иди, моя. Умница. Сейчас я ее отнесу.
Подходи, подходи за вещами-то, подходи. Потоп он. А, вода стоит. Ну да. Все, пойдем за вещами еще. Потому что Игорь-то ждет. Да, собачка, собачка. Опа, держись, давай. Она как раз по снегу пробежалась. Ой, иди давай. А тебя посетить-то хоть можно? Посетить можно тебя? Дверку только потом закроешь, чтобы она не выбежала опять. Как птички поют, небо какое прекрасное просто. Как у Веры Кушнир есть стихотворение такое: пишутся прекрасные пейзажи вечно у художника рукой. Пусть о Боге мне никто не скажет, скажет ива ночью над рекой. И там дальше продолжение еще есть. Что, еще что-то есть, да? А? Еще что-то там есть? А, все. Все, да. Я знаю крепость его дерева. Что, попрощаться хотел? Игорь, с Богом! Птички, слышишь, да? Чирикает вообще. Ну. Че, а, дверь открыть. Тут зимой очень деревья питали все семенами. Ага, ну да. Стали, прилетали. Где они даже вот не видно их, где они поют. А птичек-то даже не видно, где они поют-то, на каких ветвях. А, вон. Вон он, воробушки. Заноси. Сейчас. Засниму, как ты домой зайдешь. Поедем сейчас. Игорь хотел сам зайти, а у него обувь-то есть. Да, конечно. Не подумал об этом.
Че, брат, открой дом? А? Дом открой. Я засниму, как ты зайдешь. Так надо помыть. А, по снегу пройдись, ну ладно, так нормально. Воробушки. Вон и сколько сил там, в кустах они спрятались. Все дышащее дохвалит Господа. Все, чисто я вижу. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас грешных. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Аминь. Аминь. Ну все, слава Христу. Давай, вот, брат, слава Господи. Оставайся с Богом тут. Ну, с Игнатьем еще может, или как-то подъедем. Насчет печки-то надо будет посмотреть, что с ней делать-то. Давай. В магазин ты уже сходишь, да, тут? Если продукты... Так, конечно. Если захочешь, поневоле пойдешь. Деньги-то есть у тебя? Есть. Есть, да. Половина осталась. Пенсию-то получаешь же все равно. Ну ладно, с Богом тогда. Ага, с Богом, со Христом. Ага. Слава Христу, аллилуйя.